День воли в Беларуси. В Минске полиция задержала по этому поводу 30 активистов. Они вышли на марш достоинства и свободы. Среди задержанных был и лидер оппозиции Николай Статкевич. Правозащитник сообщил, что по всей стране сторонников оппозиции начали доставлять в полицейские участки еще несколько дней назад. Сегодня, 25 марта, страна отмечает сотую годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, которую считают первым независимым белорусским государством.